Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как раскрутить канал на YouTube без денег. Как правило, у начинающих блогеров нет средств на развитие своего канала, и остро встает вопрос о том, как набрать подписчиков и просмотры на свое видео. Я рекомендую на старте не заморачиваться с количеством подписчиков, а сконцентрироваться именно на просмотрах. Именно об этом мы и поговорим в этом видео. Скажу сразу, что ваш контент должен быть качественный, интересный, и люди должны смотреть его до конца. Для этого нужно соблюдать определенную стратегию в ролике. Не будет никакого смысла о том, что люди будут переходить на ваше видео и выключать его через 10 секунд. Но сегодня не об этом, и если вам интересно, как качественно создать видео, можете пройти наш бесплатный трехдневный тренинг по раскрутке своего канала YouTube «Быстрый запуск». Ссылка будет в описании. Посты в социальных сетях. Почему-то начинающие видеоблогеры скрывают свои начинания, они боятся, что их осудят или будут смеяться. Помните, YouTube – это источник вашего будущего дохода. Делайте качественный контент, и вам не будет стыдно за него. Сделайте пост с интересной историей, вставьте туда свой видеоролик. И мало того, что вы разместите его на свой канал, так вам еще нужно будет написать своим друзьям и попросить сделать репосты. Попробуйте набрать 10, 20, а лучше 50 репостов, и вы тогда удивитесь, как быстро у вас начнут расти просмотры и, соответственно, подписчики. Договоритесь с небольшими сообществами ВКонтакте, с которыми ваш контент схож. Сейчас этот метод работает не очень хорошо, но все же можно найти несколько групп, которые согласятся размещать ваши посты, потому что им попросту лень делать свой контент для поддержания аудитории. Правильное название. Можете спорить со мной, но при регулярной генерации контента один из ваших роликов выстрелит. К примеру, у меня подписчики генерируют примерно 1-5 тысяч просмотров. Каждое 40 или 50 видео выстреливает и набирает более 100 тысяч просмотров. Поэтому нужно помочь YouTube увидеть ваш ролик. Воспользуйтесь Яндекс.Ворстат, посмотрите, какие запросы набирают большее количество просмотров. Об этом, кстати, мы тоже рассказываем на бесплатном тренинге, поэтому не буду останавливаться на этом вопросе, там информации огромное количество. Партнерство или по-другому коллаборация. Скажу сразу, этот метод работает все хуже при взаимопиаре в виде преролов. Сейчас круто работает именно интеграция в ролик другого блогера. Подумайте, есть у вас друзья популярные блогеры, попросите их поучаствовать в одном из своих видео. Это принесет очень хороший результат. Если же у вас нет таких друзей, то ищите каналы примерно с таким же средним количеством просмотров на видео, как и у вас. Если у вас 0 просмотров, то воспользуйтесь методами, о которых я говорил ранее. Это, наверное, самый старый, до сих пор самый действующий метод. Пишите комментарии на каналах популярных блогеров, только никакого спама. Каждый комментарий должен быть уникальным. Пишите что-то вроде «классное видео, мне очень понравилось». Кстати, на моем канале в последнем видео есть еще пару фишек по этому поводу. Или второй вариант, очень полезное видео, хотя я немного не согласен. Долго рассказывать, но в моем последнем ролике я как раз об этом говорю. Затем попросите своих друзей пролайкать ваш комментарий. Чем больше лайков он наберет, тем больше шансов, что он будет на самом верху популярного ролика. Ну что ж, друзья, я надеюсь, этот список был для вас полезен. Если да, отметьте лайком этот ролик, ну и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будет интересно.